Оба-на, чуть не выкинул приманки. Это нормально. Все, в снегу. Готовимся к утренней рыбалке. С Новым годом! С наступающим Новым годом! Ничего такой. Ручки длинные. Вот такая рыба у него ловится. Видите, размах между руками. Как минимум от пятерки обещает. Посмотрим, врет или нет. Не вешай нос, парень. Мы все равно поймаем. Ну, надеюсь, что хоть рыбалка нас сегодня порадует. Ну вот, наконец, все приготовления закончены. И мы собираемся все-таки выйти на воду. Мы все-таки выбрались на открытую воду и ищем свое рыбацкое счастье. Пока отзывается только окунек. Кстати, совсем неплохого размера. Но уже на зимний режим перешел окунь. Мелкими стаями гоняет тюльку. В общем, надо рыбу искать. Ребята пошли за судаком. Сейчас мы их догоним и тоже поищем на большой воде судака. А пока вот буквально вышли из протоки, из базы, и ловим себе окуня в удовольствие. Продолжается окуневое сафари. Окунек клюет разный. Мелкий, средненький. Надеемся, что где-нибудь найдем и покрупнее. Зато бодро поклевок. С каждой проводки буквально. Это съедобный силикон, представленный в огромном ассортименте. Более 40 приманок, более 50 цветов. Естественно, в самых разных размерах мы выбрали сегодня для осенней ловли 5 и 6 дюймовые приманки. Качество вы видите, что называется, сам бы ел. Помимо всего прочего, это еще и ароматизированный съедобный силикон. Кстати говоря, довольно вкусно пахнущий. В ассортименте присутствуют, естественно, и виброхвосты, и твистеры, и всевозможные другие формы приманок. В том числе, вот обратите внимание, сейчас в предзимье, специально об них говорю, это зимний ассортимент маленьких вот таких вот слагов, которые имитируют тюльку и очень хорошо ловят окуня, бершани, крупного судака. Сегодня будем ловить на глубинных бровках, на течении, на ямах, поэтому груз головок будет применяться от 28 до 36, а то и 50 граммов. Да, местные угодья славятся и глубинами, и разнообразными условиями ловли, и изобилием хищников, которых нам и предстоит поискать, и я надеюсь найти. Погода выдалась очень изменчивая, то дождь, то ветер, то снег. Но ничего, настоящего рыболова при хорошем подходе к снаряжению, к приманкам и к снастям ничего не остановит, и мы свою рыбу, как обычно, найдем и поймаем. Какие же места замечательные, с ума сойти. Вот в такой ширине протоки, в небольшой глубины, до 12 метров. Коряжник, бровки, вот такой рельеф. Одно удовольствие, поиск хищников в данных угодьях. Начинаем рыбалку. Глубина 12 метров. Ловим, ищем судака. О, прям под лодкой, Леш. Обалдеть. Хотя, чего удивляться, 13 метров глубина в протоке. Щука. Щука. Эх, хотелось бы судачка, конечно. Помочь с очком. Давай. На тот борт выводи ее. И отсюда будет удобнее брать. Давай, 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 давай. Есть, вроде бы. Эх. Есть. Это придется резать. Кусок. Так думай.
на масло. Любит. У меня поярче стоит, пока вот не едят. Но я что-то на судака надеюсь. Котлета. Попалась котлета. Леш, вообще прям под лодкой. Блин, вертикально. Да, ты знаешь, похоже, судак головой оно трясет. Ишь ты. Не думаю, что гигантский, но... Но судачок. Ох, а вода прозрачная, видно рыбу сразу. Ага, снял со всета. А как он ее сглотнул. Сбил со всета. И попался. Темный. Видимо, на дне там коряга какая-нибудь живет, черная. Под нее маскировался. Весь такой. Вот так. FS Luris. В таком вот цвете Chartres. Ням и есть. Так, заселяем. Опа. Во рыбалка. Наслаждаюсь прозрачностью воды. Как в колодце. Приманку видно. Просто потрясающе. Вот ее вертикально опускаешь. Мама дорогая, вот я 5 метров опустил, а я ее вижу. Вон она играет в толще воды. С ума сойти. Как слеза. Локальная ямка в протоке. Глубина 11-13 метров. Коряжник. И вот вперемешку стоит и щука, и судак. Хорошее местечко нашли. Вот на таком свежем ветру, на глубине 14-16 метров, да еще и с течением, крайне важно, как держит якорь. Мы сегодня пользуемся якорем ковш, держит насмерть. Несмотря на то, что якорь сам по себе достаточно легкий, очень легко вынимается, но и на течении, и на вязком грунте, и на твердом грунте очень хорошо держит нас на точке. А это очень важно для ловли джигом, потому что чуть неправильно встал, до свидания, рыбалки не будет. Вот такой вот самец. Охотник. Уже практически горбач. Ну-ка. О, красавчик. Но вот весь окунь вот в этих паразитах забит. Вот Дима сосредоточенно наблюдает за стаей чаек. Сейчас мы туда и отправимся. Пока Алексей на своей лодке пытаются поймать джигового судака, мы все-таки отправляемся радовать руку осенним окунем. И надо сказать, неплохо это получилось. Сразу 2 штуки на одну приманку. Удивлен. Даже такая стая плотная. Рыбы стоит. Красота. Да? Ну. В довершение дня Алексей вылавливает еще одного полосатого. И нам пора собираться домой. До новых встреч и рыбацкого счастья вам!